голосовать за октябрь, там проблем нет, там и март, и май подходит. Ну, я думаю, что все-таки, давайте сроки утвердим, все-таки мы в январе будем собираться, и в январе предлагаю четко утвердить. Вот уже будет. То есть в январе, все равно никаких соревнований у нас в январе не будет. Максимум, что только в феврале какие-то. Это не совсем правильно. Поскольку мы все подаем календарные планы у себя в регионах. Да. И это зависит от финансирования. И если